Совсем немного времени остается до проведения выборов, которые будут определять жизнь нашего муниципалитета в ближайшие годы. Подготовка к предстоящим выборам в центре внимания всех заинтересованных служб. В этом мы смогли убедиться, побывав на обучающем семинаре в администрации района. Председатели, их заместители и секретари участковых избирательных комиссий были приглашены на обучающий семинар, посвященный предстоящим всем нам в сентябре выборам. Заместитель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что эти выборы многое решают, и поэтому к их проведению нужно подойти очень серьезно. Вопрос скрупулезности организации именно подходит, тоже очень важен. Ну и третье, конечно же, проводимая работа сейчас и в эти три дня голосования, она заберет много сил и энергии, ну и не хотелось бы дать по итогам голосования. То есть достойно, с хорошим результатом завершить выборную кампанию 2022 года. Вот. Поэтому всем желаю крепкого здоровья, особенно в предстоящий период. Основные направления деятельности и полномочия участковых избирательных комиссий, стадии избирательной кампании, а также новинки в избирательном законодательстве – все это нужно было осветить в ходе семинара. Мы сегодня проводим семинар, обучающий для руководящего состава участковых комиссий. Так как в преддверии выборов нам нужно их ознакомить с новыми внесениями в избирательное законодательство, которое очень в этом году претерпело большие новшества. Сегодня мы будем им рассказывать о приеме заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения, о приеме заявлений от избирателей для голосования вне помещения для голосования, о том, как нужно подготовить избирательный участок самого помещения для голосования, как его нужно оборудовать, как нужно подготовить списки избирателей. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков подчеркнул, что хорошая подготовка сможет обеспечить успешное проведение выборов. Нужно проанализировать те проблемные ситуации, что возникали на прошлых выборах, чтобы избежать их повторения. Сейчас делается все необходимое, чтобы во время выборов не возникало никаких проблем. Вы получили сегодня рабочие тетради, которые вот расписаны. Все, начиная предшествующий день голосования, чем вы должны заниматься, и заканчивая подведением итогов голосования. Поэтому начнем вот с самого начала, будем вам рассказывать то, что и как должно быть. Семинар очень помог представителям участковых избирательных комиссий. Они получили ответы на интересующие их вопросы. Семинары нам нужны. Буквально каждый месяц у нас проходят семинары, да, они нам необходимы. Но мы узнаем много нового на семинарах. К выборам мы готовимся очень тщательно, потому что в данный момент мы будем выбирать депутатов законодательного собрания края. С 31 августа наша комиссия приступит к исполнению обязанностей. У нас будет открыт пункт приема заявления по месту нахождения. Будет организовано дежурство на избирательном участке. До 5 числа. С 5 числа у нас начнется уже подготовительный процесс непосредственно к голосованию. Серьезная подготовка продолжается. Выборы должны пройти безукоризненно и в строгом соответствии с законом. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».